сейчас мы встретились с Машей, с Димой. Короче, ходим и ищем, где этот южный вход в Олимпийский. Вот, где-то. Нам приходится обходить весь Олимпийский. Да, нам придется вот так вот пойти и найти. Короче, это тип трибуны. Там сцена, там декорации сейчас устанавливают, но вам не видно. Мы идем искать раздевалку. Я собираю кубик Рубик. Вообще не умею собирать кубик Рубик. Это Димин. Он мне дал. Я его пытаюсь собрать. Ни хрена не получается. Я никогда не собирала ни одну сторону. Вот. Вот, короче, сцена. Все прикольненько, миленько. По-моему, это не та сцена. Это же другая сцена, да, Маша? Да. Не та, на которой мы вчера, позавчера танцевали. Катя. Ты забыла, как меня зовут? Вы знаете то, что микрофон проверяют не раз, два, три, а хе-хе, раз, два, хе-хе. Ха-ха, хе-хе, ха-ха, хе-хе. Я думала, микрофон проверяет тупо раз, два, три. Один, два, ха-ха, и хе-хе. Вот еще вот это. Раз, два, ха-ха, и хе-хе. Короче, мы уже пришли, нас посадили не в раздевалку, как обычно, в нормальную, там, где никого нет, а на трибуны. И мы круто переодеваемся на трибунах. Вот. Звезды. Что? Не знаю, не знаю, вообще не знаю. Анной Шульгиной. Валерия и Анна Шульгина. Спасибо, мам. Спасибо, друзья. С Новым годом. Между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Между ног не надо, был бы мир на столе, был бы мир на земле, все. Жизнь прекрасна, если ты поймешь, что счастье — это то, что ты живешь. Жизнь прекрасна, и она одна дана, что просто близко, что она. Выступили, нам дали билеты, и, короче, мы сейчас пойдем смотреть, как там будут выступать все. Кто еще не догадался, мы выступали с Настей и с Потапом, точнее, с Потапом и Настей. Вот, это наш билет, и тут написано «Танцпол». Тип, мы должны стоять. Короче, смотрите, здесь ползала отделено для нас, а здесь ползала для зрителей, тип. Сейчас мы проходим. Бегом, девочки, они там... Мы бежим! Зачем? А, я не знаю, зачем. Я сейчас я покажу вам. Билеты, билеты, билеты.
праздником! Всего вам самого наилучшего! Спасибо! Ну, список требований, что... Я знаю, что такое радио. Как и в детстве, так и в детстве, моя хорошая, останется для нас временем чудес. Сейчас мы же в Крокусе, только мы сейчас на парковке. Вы представляете, мы 3 года не знали, что здесь есть бесплатная парковка, и только сейчас мы узнали об этом. Вот, короче, здесь другие студии, и наша должна быть где-то вон там. Где наша? Я вижу наш флаг, а наших не вижу. Сегодня что, воскресенье? Что это? О, да, цените. О, Аня, это что такое? А, Monsters of 5. Господи, какая у тебя белая рука. Да, я вообще Нига только белая. На следующее хлопья с молоком пробую я угощаю. Это только 5 минут пешком, но мы долетаем. Вот, мы уже, короче, поднимаемся вон туда. Мы уже в раздевалке, с нами 26-я. Короче, я уже переоделась в костюм. Смотрите, какой Джейк. Это Соня сделала, да, Соня? Да. Для меня. Все, я его забираю. Смотрите, какой прикольный. Мы сейчас сидим на пледике. И она смотрит. Смотрю смешные видео. И кто-то уронил. Ну, 4-я, значит. Кремешка. Короче, вот так выглядит мой костюм. И я хожу, короче, по Крокусу в носках. Это норма, ребят. Я буду продолжать так ходить, потому что мне лень одевать кроссовки. У нас, короче, номер называется «Цветение сакуры». Короче, мы танцуем с деревьями, но не настоящими деревьями, конечно. Вот, сакура, очень красивый номер. А второй номер у нас такой crazy walking. Да, crazy walking. У нас такие леопардовые костюмы. Ну, короче, я переоденусь, вам тоже покажу. Меня сейчас будут красить. Давай пока мы будем делать. Короче, сейчас уже скоро начнется концерт, вот там будет трансляция, то есть отсюда мы можем смотреть, что происходит на сцене. Вот, все готовятся, все уже в костюмах. Вот, дальше вот здесь вот можно фоткаться, потом находить эти фотографии на сайте и покупать их. Прикольно, мы как всегда пойдем фоткаться, здесь будет просто огромный фотосет. Вот, так что все уже готовятся. Это была моя подписчица. Прикольно. Аня, идем фоткаться. Вот, все тут готовятся, все в костюмчиках. Вот, и тут, типа, мы хотим сфоткаться, но нет чувака с этим фотиком. Не знаю, куда он делся. Идемте там, вон туда идемте. Идемте. Ну, идемте. Они дикие. Это незаконие. Выступили. Я думаю, мы просто взорвали всех, потому что все аплодировали. Было очень круто. И, короче, вот наши костюмы. Янки Гимера, да. Сейчас, короче, у нас уже закончится первый концерт. Мы еще выступаем в вечернем концерте. Короче, у нас где-то 2 часа, наверное, потусить где-нибудь и придем на вечерний концерт. Значит, мы сейчас сели за большой стол и будем кушать. Короче, сидим здесь.
А почему? Скоро будем кушать в Бургер Кинг. Кит! Смешно-то как. И кричите Вавилова. Вавилова! А теперь Тодос. Тодос теперь кричит. Тодос!